любите готовить и удивлять своих друзей и близких интересными сочетаниями продуктов? А что, если вам предоставится шанс удивить шеф-повара известного заведения? Каждый выпуск два новых героя будут готовить блюда из обязательных ингредиентов, которые выбрал шеф-повар. Участники должны приготовить блюдо всего за 15 минут. У кого будет вкусней? У того, кто рискнет и удивит повара. Проект «Удиви повара», я Алена Милина, и сегодня мы будем удивлять бренд-шефа сети ресторанов и баров «Пятич» Анну Дербеневу. Давайте аплодисментами встретим. Правила, как всегда, очень просты. Два участника за 15 минут должны будут приготовить из секретных ингредиентов удивительное блюдо и поразить нашего шеф-повара. Итак, представляем участников. Начну с женской половины человечества, Лена Суворова, ведущая. Давайте аплодисментами Леночку встретим. Елена Суворова, ведущая праздников, к каждому событию подходит индивидуально и с душой. Уверяет, что и к приготовлению блюд также. Елена называет себя королевой бутербродов, ведь именно этим простым блюдом она может удивить любого. Я считаю, что бутерброд должен готовиться на белом хлебе. Должен быть какой-то соус, он должен быть сочным. Ну а дальше уже фантазия, ну и хруст. И Леонид Черепанов, это хореограф. Леонид Черепанов, участник федерального шоу «Танцы», входит в топ-50 танцоров проекта. Как говорит сам Леня, что из обычного человека он сможет сделать крутого танцора. Впрочем, приготовить Леонид может не только танцы. Омлет и яичница входят в число коронных блюд хореографа. Могу омлет и яичницу сделать. Так, чтобы был омлет, а потом сверху яичница, из которой можно было помахать хлебушками заесть. Могу это сделать с чем угодно, с картошкой, рожками. У нас есть два секретных набора секретных ингредиентов. Они абсолютно одинаковые у вас, ребята. Давайте вас сначала спросим, что же вы думаете, что там может быть такое? Молочные поросята, тушки кроликов, овощи. Так, овощи Лена думает. Зелено. Лена не думает. Ну, я предполагаю, что может быть там то, что я никогда не готовил. Там может быть рыба, там может быть что-нибудь еще типа такого. Может быть это, не знаю, творог, может быть это курица, может быть это какой-нибудь стейк будет. И у нас сегодня есть еще одна новинка. У нас есть еще пакет секретный. В нем тоже ингредиент какой-то, но какой мы узнаем буквально через пару секунд. Я почему-то думала, что будет десерт. Фрукты, выпечка, что-то с этим связанное. Время пришло открывать. Мы с Анной считаем. Раз, два, три. Открывайте и узнавайте, что там. Та-дам! Какая прелесть. Ага. Я забыла название, кстати, этого салата. Это листочки свеклы. Да, это называется монголь. То это что это? Рыба. Лососевое какое-то. Правильно? Да, все верно, семга. Да. Семга у нас сырая, ее нужно будет... Солить, мариновать, жарить. Все верно. Немножечко я положила сыра. Обратите внимание, здесь для придания вкуса вашему блюду имбирь. Очень его люблю и стараюсь его готовить много. И три вида соуса. Что в этом пакете? Так, прошу, давайте, открывайте его. Там, наверное, что-то живое. А, я так и думала. Что там? Там булочка с кунжутом. Булочка горячая. Я для вас ее подготовила. Наверное, вопреки правилам, но я думаю, что только правильное приготовление этого хлеба может сделать ваше блюдо удивительно вкусным. Это вам мой подарок. Не высохла, да? Да? Она сейчас горячая, обжаренная. Для чего ее жарить, я расскажу. В конце нашего Мне кажется, я догадываюсь. Так, это у нас что, грудинка свиная? Я знала, что в этом ресторане шеф-повар барышня. Поэтому я думала, что что-то женское надо будет приготовить. Но как я глубоко ошибалась. Как всегда, все на поверхности. Если это пивной ресторан, значит, в нем должно быть мясо. 15 минут и максимальное количество ингредиентов вы должны задействовать. И самое главное, это удивить Анну. А она видала уже очень многое, поэтому удивить ее сегодня будет супер сложно. Но мы уверены, что у вас получится. Я тоже в этом уверена. Надеюсь. Так, погнали. Готовим? Ну что, готовим? Поехали. 15 минут. Пошло.
И я думаю, как это я буду готовить? Ну, в принципе, то, что сегодня я увидел на столе, тоже меня немножко поднапрягло, потому что я это ни разу не готовил. Я хочу немножечко пояснить, почему я сегодня выбрала бургер. Для меня это удивительно, не знающая границ блюда. Казалось бы, бургер – блюдо, которое может приготовить каждый. Но здесь настолько все индивидуально, каждый человек может приготовить из абсолютно одинаковых, абсолютно свой шедевр. Бургеры именно с лососем, с беконом я не готовил. Резать можно так или вот так? Всегда мясо режут против волокон. Но здесь я бы вам предложила, вот волокна идут вот так, конечно же. Да, у вас будет красивый тонкий срез. Обратите внимание, у вас будет бекончик. Был самый момент сложный, когда не понимаешь, что из этого выйдет. У меня прошло полдня, пока я одевала перчатки. Леня уже приготовил бургер. Леня все готовит по-мужски, и в этом, наверное, вы чем и отличаетесь. Как бы это сделать? Я бы предложила вам разрезать его пополам, а потом уже тонкими слоями. Свиная грудинка. Вот я с этим ни разу не работал, поэтому сначала у меня много было вариантов, что с этим сделать. Либо это толстый стейк из него сделать как раз, либо это тонкие полосочки. В итоге выбрал полосочки. Ну что, одинаково? А специй никаких нет? Специи у нас сегодня есть, это перец. И в виде специй все-таки я хотела бы вам пояснить, это наши соуса. Так, что у нас в соусе? Вообще традиционно, можно так сказать, используют стандартные соуса. Это соус барбекю, горчичный соус. И еще один соус я приготовила для вас лично, это сэндвичный соус с добавлением многих специй, но весь секрет бы я не хотела раскрывать. Время пошло! Кусок свинины! Режем, режем! Кости, боже мой, вырезаем! Здесь мясо уже такое размороженное. Кстати, мясо свежее от Ишкаролинского мясокомбината, поэтому, друзья, я думаю, что вы насладитесь процессом приготовления. Я вот сейчас стою, удивляюсь, у нас один бургер и столько мяса, прям это прям брутальный бургер будет. Слава богу, с мясом у меня дружба давно. Я вообще сладкое не очень люблю. 2 минуты у нас уже прошло. Я уже хочу жарить. Ой, пожалуйста, это ваше право, Елена. Леонид, одолжите мне своего прекрасного подсолнечного масла. Благодарю. Я не предполагал, какой соперник будет. Видел я, наверное, где-то раньше, потому что лицо было знакомо, а так я с ней не знаком. Я так понял, что человек готовит часто, и я такой, ну все, я как бы папа готовлю сегодня сам для себя, для любимого, для красоты. Так, несколько фишечки. Лёнь, ты расскажи, умеешь ли ты готовить? Готовить я умею, но что-то небольшое, так скажем, яичницу, могу курицу приготовить. Во время готовки я дома готовлю, я танцую по пути. Если что-то жарится, я могу пританцевать на релаксе, и уже будет веселее готовить. Хочу напомнить, что мы находимся в ресторане, и именно мы сегодня делаем не банальный бургер, а хотелось бы сделать что-то такое особенное, которое завоюет весь мир. Я думаю, что у вас сковорода уже готова. Да, я не знаю, я решила добавить... Мяско кладут, не бойтесь. Давайте. Вот, кладите его и отпускайте. Вот, отлично. Лучше. Горит, потому что нужно добавить масло. Ленька, Ленька, давай масло! Я могу вам помочь. Анна, жарят ли имбирь? Масла много не люблю. Но на самом деле грудинка, она, конечно же, сама по себе жирная. Да. И чтобы сделать из нее бекон, в принципе, можно жарить ее чуточку подольше. А жир вытопится и останется у нас, только нужно нам мякоть. Мясо. С этим нужно что делать? Жарить. Я нарезал, пожарил. Давайте, может быть, ненадолго обменяемся местами. Вы правильно приготовили. Да, вам будет так удобней. Я тоже пока перейду. Чтобы правильно. Вот вы и столкнулись. Да, да, да. Отлично, можно себе чуть-чуть помочь. Я знаю, что мясо при жарке солят в конце. Можно ли вообще жарить? Ну, лишь бы не сгорел. Я вообще люблю при жарке добавлять какие-нибудь странные ингредиенты, потому что их можно не добавлять в блюдо, они могут отдать вкус, и все. И таким образом слегка оттенить. Знаете, здесь, наверное, я не скажу ни да, ни нет. Здесь каждый, в данном случае шеф, решает, как ему на самом деле быть.
Но на самом деле очень интересное открытие. Добавить вкуса маленечко какого-то такого, да? Мы обязательно попробуем. Интересную грань. Появился ли у нас здесь вкус? Не пробовали ни разу жареный имбирь. А. Честно, нет, я предпочитаю его сырым. Поэтому я думаю, вместо чеснока имбирь. Бабах! И все. Лень, тебе нужно срочно что-то предпринимать, потому что пока уже чуть-чуть начинает удивлять Лена, она отзывает. У меня очень-очень-очень такой кусочек свинины, прям жирный-жирный. Я этого даже немножечко побаиваюсь. Даже несмотря на то, что кусочки мяса у вас были одинаково, они выглядят у вас абсолютно по-разному. Смотрела только, как он жарит мясо. Ну и когда я видела, как он жарит мясо, я подумала... Я хочу вам напомнить о том, что у вас есть еще один ингредиент, который нужно каким-то образом приготовить. Это замечательный стейк семги. Не знал, что будет в итоге. То есть я просто на рефлекторном уровне так вот кидал то, что может пожариться, что может порезаться, я нарезал. Тут такие ароматы. Да, хочется уже... Хочется покушать. Я думаю, что мы прямо сейчас заморим червячка. Окорок сырокопченый, царский. От межкаролинского мясокомбината нас всегда спасает Анна. О, да. Посмотрите, какой тоненький. Надо его. Пока нет. Пока нет, а нам очень вкусно. Дынь. Дынь. Все продукты свежие вы можете найти в Йола Маркет, в сети магазинов Йола Маркет. Поэтому, друзья, там и грудинка, и шейка, и окорок, все что угодно. Очень вкусно. У вас здесь что-то выработано над подачей. Я смотрю, что, да, что-то будет интересно. Я так, для бургера нарезала пока. Приступили. Буду думать над семгой. Давай, да. Мне вот интересно, у нас есть и мясо, и рыба, и булочка одна. Как с этим справятся наши герои? Да, у меня на самом деле есть свой ответ, но я подожду. Можно сочетать два компонента в одном? Ну, а вы вообще представляете себе бургер, который в себя включает метровое включение компонентов, да? То есть это вообще космос. Задание приготовить одно полноценное блюдо и рыба со свининой, ну это очень большой риск. Хотя можно было найти компромисс, можно было приготовить много-много рыбы и совсем чуть-чуть свинины, либо наоборот. То есть, чтобы только оттенял этот ингредиент. Я ни разу так не готовил, поэтому это готово или не готово? Пересушил. Смотря что вы хотели, если вы хотите сделать чипсу, то она у вас уже в том числе готова. Как опытная бабушка, тебе скажу. Ну, у него хороший был кусок мяса, у меня был похуже. Елена! Вот это да! Что да. За такой ход? Стратегический. Вот это да! Отлично. О, я королева бутербродов в своей семье. Да, можно слышно, да? У меня сын плохо еще говорит букву «Р». Бутербродики. Что значит королева бутербродов? Расскажите, Елена, это вы удивляете бутербродами именно? Да, я вот прям люблю пофантазировать в этом смысле немножечко очень. И на самом деле, мне кажется, действительно, женщина из чего угодно может сделать не салат, а как раз бутерброд. Да, а скорее всего сэндвич. Дома у тебя есть больше лимит времени, так скажем. Очень было страшно, тем более свинину нужно подавать только прожаренной. Я люблю всякие кулинарные передачи, регулярно их смотрю, я читаю журналы, и гастроном, и афиши «Еда». И даже однажды у меня был обнос, и я заказала себе в интернете книгу Алена Дюкаса, и когда в итоге пришла эта книга, я поняла, что ничего из этого я не смогу приготовить, потому что там были колени косули, допустим, там хвосты волка. Ну, этих продуктов просто не достать в Йола-маркете, поэтому вот так получилось, что эта книга сейчас лежит где-то на полке, я даже не помню, как она выглядит. Так, проверяем, нет ли в ней косточек. Легкий массаж с любовью. А сегодня уже перед тем, как вас ожидать гости, сделала ей легкий массаж. Давайте, раз у нас имбирь такой любимый ингредиент, будем наслаждаться. Рыба, я думал долго, что же с ней делать. Либо ее тонко порезать и подать как ломтики. Потом вспомнил, что интересно было бы как раз стейки семги сделать, какое-то подобие, и чтобы в бургер запихнуть. Ни разу, по-моему, не ел бургер с рыбой. Я все-таки решила замариновать. Маринад у нас используем лимон, я вижу имбирь.
Мне кажется, она немножко не договаривала, когда говорила, что такое бутерброды умеет готовить. Да, она сейчас вспомнила все эти рецепты из хвостов косуль. Колени косули, да, да. Все понятно. Она просто их заменяет на грудинку, и как бы в принципе все то же самое идет. Потом уже я начала смотреть на другие ингредиенты и просто соображать, что с ними сделать. Мне посолить в этих перчатках сырых. Вот, я для вас дала соломку, вам будет удобно прямо в ней. Угу. Тихо. Лена, не борщи. Как у вас дела? Расскажите, пожалуйста, какую идею вы вынашиваете? Я пока думаю по пути, потому что я думал сначала сделать одно, потом решил по-другому. Поэтому импровизирую. Потом я полностью погрузился в блюдо, потому что я до сих пор думал по пути, что же нужно делать, и не мог отвлекаться на что-либо, даже если что-то терял, бывало. То есть все полностью импровизация, без плана действий. Импровизация в танцах – это наше все. Может быть, и здесь тоже поможет, да? Кстати, мы ждем от тебя танцев. Как бы мне хотелось, да, хоть чуточку уметь то, что умеете делать вы. Обратная же ситуация в данный момент. Для меня танцы – это проще, потому что я с этим давно живу. Опа, и все. Лен, какой главный инструмент у повара? Это его пальцы? Рыбочку, да. Как тоненько нарезаешь. Повар пальцем просолила. Друзья, у вас осталось буквально, я не буду вас, конечно, шокировать, но 3 минуты. 3 минуты – это очень мало. Но в то же время это много для того, чтобы собрать, например, какой-то бургер, да, еще что-то успеть дожарить, досолить, доперчить, попробовать окорок. Не обязательно презентация блюда. Даже если блюдо не совсем удалось, презентация – это то, что видят в первую очередь гости. Какая у них работа, да? Действительно, подача-то блюда 15 минут, и ты хоть что там делай. В данном случае нам подойдет... Так, Лёнь, что мужской майонез. Мужской майонез, отлично. Ага. Обратите внимание, булочку я пожарила. Расскажу, пока вы делаете сосредоточенно, расскажу, для чего это делается. Хлеб я выпекаю. Что он делает, это количество майонеза. О, как я это все люблю. Вот без булочки я бы не знал, как это дать, как это соединить. Что за блюдо это вообще может получиться, салат ли это или второе. Сочно. Выпекаю булочку каждое утро, булочка горячая. Она мягкая, но для того, чтобы она совсем была то, что нужно, можно так тряхнуть. Угу. Я смотрю, какой мне понравился секретный. Секретный? Сэндвичный соус. Да, на самом деле он и к рыбе подойдет очень классно. Отлично, все правильно. Так. Так, что с булочкой? Она выпекается. Я ее разрезаю и обжариваю. Для чего это делается? Вообще в булочку идет достаточное количество сахара. И чтобы произошел процесс карамелизации, именно сладость перешла в хруст, нужно булочку чуть-чуть обжарить. Вот то, что вы сейчас видите, прекрасный золотистый цвет, это и есть карамель. Кому-то делаю то, чтобы сделать приятное, я, соответственно, буду как-то украшать, чтобы это... Общий даже подход к блюду, можно было увидеть его и увидеть, что это уже вкусно смотрится. Все-таки бутерброды на России, в Руси или как называется, хотя это вроде французский соус, да, майонез, но мне кажется, русские люди все привыкли к этому прекрасному соусу. И именно, мне кажется, с бутербродами он ассоциируется у всех. Королева бутербродов – это практически королева бургеров. Посмотрим, займет ли сегодня это звание. На самом деле, конечно, это очень страшно. Это большая ответственность. Пока осталась 1 минута. Так. Анна, расскажите, что вы хотели сделать? В нашем меню не так давно мы сделали страничку бургеров, потому что, как оказалось, наши гости обожают это блюдо. Я для них специально разработала именно идеальный булочку. Бургер. Я думаю, что он идеальный. Что сегодня за бургер хотела я показать? В нашем меню есть бургер, называется он бургер с семгой. Для него используется очень удивительный соус. Его здесь сегодня не представила, расскажу. Это сливочный соус. Как он готовится? Мы прогреваем сливки, добавляем туда 3 вида сыра. Мы все это плавим. И на обжаренный стейк семги поливаем сливочный сыр. Он здесь пропитывает семгу, дополняется свежими овощами и нашей замечательной булкой. Это бургер, который можно кушать дамам. В последний момент я вспомнила, что был же сыр. Где сыр? Я нашла эту коробочку. Я еле ее открыла. Скользкие перчатки, все это
подсолнечном масле здравое вообще. Ну, короче, масло хорошо скользило в моих руках. Фу, что ты сделал? Ну что, вы готовы? Лёня, молодец, все сделал. Я хочу еще один маленький. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Я успела. Я вас поздравляю. В самом конце, когда ты уже все сделал, можно, конечно, выдохнуть. Самый легкий момент этот был. 15 минут пролетели незаметно. Анна прямо сейчас будет пробовать все эти блюда, которые приготовили наши герои, и уже удивляться им. Ну что, начнем мы, наверное, с Лены, да, традиции уже. Леночка, давай, рассказывай, что у тебя за блюдо, презентуй, как называются. Я разделила два блюда. Я приготовила блюдо для барышень. Девчачье такое, когда можно будет покушать. Ну, на самом деле, все девочки любят, мне кажется, рыбу. Особенно из семейства лососевых. Это и вкусно, и полезно и для кожи, и для волос, и для ногтей. Я слегка замариновала семгу, чуть-чуть приправила ее перцем, добавила секретный ингредиент, это тот самый волшебный соус, назвала я это блюдо по-суворову. Антресоль. Антресоль? Неожиданно. Ух, было страшно, за себя переживала. Название я никакое не придумала заранее. Посмотрела я на всю свою подачу, думаю, господи, я такой бы не стала есть. Странно, да, антресоль. Ну, а это, конечно же, радость мужика. Я должна попробовать первый раз в жизни антресоль. Посмотрим, станет ли это радостью Анны. Да, мне хотелось бы узнать, это и есть радость мужика? Что вы имели в виду? Много мяса. Перец – это вот для красоты. На самом деле, вот это для красоты. Мне хотелось какого-то чего-то красного добавить сюда. Страсти, потому что я с любовью, со страстью готовила это блюдо. Хочется показать, что ты хорош, там, что ты лучше что-то умеешь делать. А, ну, конечно, антресоль мне очень хотелось попробовать, я хотела бы. Но Анна боится. Нет, конечно, есть определенный риск, но я думаю, что я для себя сейчас открою что-то очень. Слюнки текут. Хочется попробовать это? Честно? Честно. Подождите, я сейчас попробую. Так. Я за все переживала. Я и за Леню переживала, я и за Анну переживала. Потому что что мы там приготовили, божечки? Много соли? Нет, нет, соли немного. Не хватило времени. Если бы еще чуть-чуть, она бы досолилась до конца. Но с имбирем вообще удивительно вкусно, ни с чем не сравнимое сочетание. Ой, ну я рада, я рада. Хорошо. Нет, имбирь жареный я убрала, то есть я хотела, чтобы имбирь дал в масло именно вкус, немножечко, чтобы жгло. И уже жарила в этом масле свинину. Я даже не знаю, как правильно мне пробовать, нужно правильно взять руками. Да, для этого мне нужно надеть перчаточки. Все, что касаемо... Вот оно, удивление. Вот, оказывается, как нужно подавать перчатки бургеру. Что во время разрезания огурцы ушли и обиделись из бургера. Там ни мяса нет. Почему-то решила рискнуть и не смешивать два этих вкуса. Скорую вызывать. Все, свинина не дошла. Я услышала имбирь. Ага. Жжет. Да, даже несмотря на то, что я вам не предложила соли, у мяса получился свой настоящий вот именно вкус. Возможно, здесь играла роль то, что вы обжарили сырокопченую шейку, она дала соль. Угу. Ну, мне понравилось. Мужской вкус? Мужской. Леонид, переходим к тебе. Давай, рассказывай, что у тебя за чудо-бургер получился. В общем, виду понятно, что это любвеобильный бургер. Ну, все это приделано к предвестнику такого дню, как 8 марта. Вот, есть доказательство, сердечко. То есть я готовлюсь к этому дню своим, видимо, кулинарным способностям. Я удивлю свою жену, Маргариту. Но сначала надо Анну удивить. До жены там еще подожди. Но сначала Анна должна удивить. И получается название «Ням-ням-бургер». Ну, я постоянно презентую себя. Допустим, если у меня приходят новые ученики, либо я даю мастер-класс, я презентую себя. Поэтому презентация легче дается, чем какая-то либо работа до этого. Подача робота называется. Любильный, как я буду подавать? Робот. Вот это да! Мне нужно как-то так же сделать, да? Думаю, ну все, а я даже стишок не приготовила.
Я знаю одно только стихотворение про атомную войну, ну как бы тут не про еду. Я немножечко это в танце подойду к нему. Я могу еще так. Так. Оп. А я-то опа. Опа. У Лени была подача отрепетированная. Вот я прям представила, что он утро начал с этого. Он встал, принял душ, выпил чашечку кофе и, причесываясь у зеркала, так уть. Нужно вот как-то вот это все вот так вот объединить. Там еще много что ничего не задето было, конечно. Я надеялся, что зацепится больше всего, потому что получилось так, что очень маленький уголок отрезался, и там не включилось ни имбиря, ни помидорки. Лень, когда волнуешься, сейчас, когда бургер подаешь, или когда Мигель тебе говорил, ты в танце? О, наверное, как сейчас бургеры подают. Потому что в танцах я хотя бы уверен, да, что будет. Жду момента, когда же мы наконец попробуем, я это откушу. Приятное дело, что семга была прожарочки медиум, такая немножечко сырая, это мне нравится. Но неприятно удивил бекон. Нужно было шкурочку отрезать, мне сейчас пришлось ее... Даже прожевать. Я над этим подумал, но забыл. Такой момент, как кожица или краешек от мяса нужно было отрезать. Я думал насчет этого, и было бы лучше, наверное. Мне понравилось то, что Леонид использовал все ингредиенты именно в одно блюдо. Мне это нравится. Свое предпочтение, да, я все-таки отдаю Елене, потому что ее бургер был на самом деле сложный. И несмотря на то, что семгу она не использовала, а подала ее отдельно, бургер был все-таки чуть-чуть вкуснее. Поздравляю. Спасибо вам. Вы не проиграли, просто ваш бургер был чуточку... Чуточку уступал, да, Елене. Пожалуйста, примите от нас чуточку тепла, но это еще не все. Главный подарок. Я хотела бы подарить вам вот такой сертификат. Мы хотим пригласить вас с вашим супругом прийти к нам в гости. Мы придем пробовать ваш знаменитый бургер. У-ху! Мой странный, необдуманный поступок с имбирем, мне кажется, плюс 300 дал мне к репутации. Для меня это больше был как эксперимент, как прикол. Как подбавить себе дух авантюризма, так скажем.